Волга – место силы. Так называется новая выставка в Музее актуального реализма. Она посвящена знаменательному для наших мест событию. 150 лет назад художник Илья Репин вместе со своими товарищами приехал в окрестности села Ширяево, где начал работать над картиной «Бурлаки на Волге». И в наши дни Великая Русская река продолжает вдохновлять авторов на создание замечательных пейзажей. На выставке представлено более 20 произведений из собрания Музея актуального реализма, а также работы современных художников из Самары и Тольятти. Все они посвящены Волге, ее природе, людям, истории и сегодняшнему дню. Волга – это та ценность и тот культурный код, который делает во многом русских русскими. Когда мы говорим о культурном коде, то мы имеем в виду менталитет, прежде всего даже подсознательное, различные ценности, установки, то, что толкает нас так или иначе поступать, даже так или иначе чувствовать. Этот простор, эти курганы, эти горы, эта вода, постоянно меняющаяся, это действительно бесконечный источник вдохновения. Волга – место силы. Волга для нас, кто живет в Тольятти, это вообще такая данность, да, которая вот при рождении, ну, я, например, родилась в Тольятти, она вот при рождении. И через картины ты видишь немного все по-другому, ты начинаешь испытывать другие эмоции, ты начинаешь вспоминать какие-то свои давно забытые чувства. Мне кажется, это вообще вот через искусство очень классно испытывать другие эмоции от той данности, которая всегда при тебе, которая всегда с тобой.